рада всех приветствовать на сегодняшнем высоком собрании на ассамблее. Она у нас уже 8-я. И мы видим, да, огромные пространства. Безусловно, без кафе никак не обойтись. Работаю библиотекарей. В частности, донецкой молодежки. Мы снимали на улице, мы задействовали все учреждения культуры нашего города. Газерская Лариса Михайловна. Прикаспийская ассамблея молодых профессионалов библиотечного дела. Всегда, думаю, найдем, что показать и в нашей библиотеке, и в библиотеках Москвы, насколько это возможно. Кадровая инфраструктура выглядит вот таким образом. На сегодняшний момент у нас 20% молодых специалистов. Приходится читать максимально быстро, по диагонали. Мы по-прежнему самая читающая страна в мире. Библиотеки стали активно использовать всякого рода игры с дополненной реальностью. Приятно удивило то обстоятельство, что сложные подростки с таким удовольствием именно включились в эту театральную деятельность. Я играл в «Иван Васильевич имеет профессию», «Иван Грозным», и в «Щелкунчике я был фрицем». Мало иметь знания, чтобы окунуться в них и правильно ими воспользоваться, нужен учитель. Именно молодые специалисты дают жизнь, дают старт. Меня спрашивают, ты точно в библиотеке вообще работаешь? И я приехала с северного города Мурманска, и в этом году Мурманск – это библиотечная столица. Когда я поступала в колледж на библиотечное дело, я и не знала, что есть такая профессия. Осталось написать оригинальную пьесу. И библиотекари читают деткам сказки в онлайн-режиме. Брейнсторминг, понятно, да, это мозговой штурм. Первый вопрос. Мы должны с вами определить портрет посетителя, который не ходит в библиотеку. Мы выбрали работающего человека, который полностью загружен на работе. Организовать пресс-конференцию именно для его сегмента. Что снесла там курочка ряба? Ну, для маленьких совсем детишек там.
причем бардовские вещи, это уже не важно. То есть, прежде всего, главное, музыка самая. Рассылка в рабочие чаты. Ребята, огромное вам спасибо.